Ну вот я опять чисто почистил морковку. Вытираем, делаю салат. Две морковки, и вот получился опять большая. Опять ее буду два дня, наверное, кушать. Так, теперь беру чеснок, чищу его. Чесноком я немножко переборщил, конечно. Я много сделал. Но ничего. Зато можно его кушать. Без нормы. А что? На свидание ходить не надо. Никакие там деловые встречи тоже. Поэтому можно кушать чеснок и лук вообще без нормы. Ну как бы. Гамма же бэм говор. Ну разве что только желудок может беречь. Потому что, наверное, чеснок все-таки немного не совсем полезен для желудка ввиду своей остроты. Ну сейчас беру я так чеснок и вилку чик туда давлю. Да, чеснока как будто не так много. Ну ладно, не будем переусесть. Вот в прошлый раз я сделал тоже. Чеснока положил побольше, и он был слишком острый. Даже мне, любителю острого, не очень понравился. Ну, слишком острый. Так, сейчас схожу до холодильника за майонезом. Ну, а вот теперь, ну, майонеза опять. 2-3 ложечки чайной, ну примерно так на глазок выдавил. И все, достаем столовую ложку и размешиваем. Так, майонеза маловато, добавим еще немножко. Вот майонеза я взял что-то маловато, надо было вот такой большой взять. Кстати, на 2 недели майонез, он как бы довольно, я его ем часто, он для меня очень популярный, для всех салатов. Да, что-то я зря, конечно, я думаю, надо было взять хотя бы 2 такие упаковки или 1 большую. Да уж, придется вот майонез немножко экономить. Так, ладно. Убираем доску. Так, хлеб у меня нарезан уже, в холодильнике есть.
я достаю тарелку. Суп уже у меня предварительно уже согрел. Это вот вчера я варил суп с макаронами и курицей. Картофельный такой суп. Ну вот. Говорит, приятного аппетита. Я приступаю к приему пищи.